Всем привет! Я рад приветствовать вас на своем канале. Видео будет просто бомба. Смотрите до конца. Зайдет стопудово. Едем с парнями на рыбалочку отдохнуть, мяско пожарить. Будет, конечно, кролик. На лодках выплывем, там порыбачим на карасика. Так что ставьте лайки, пишите комментарии. И погнали! Едем с вами. Сейчас мы загрузим машину, подготовим. Покажу вам, что с собой возьмем. Конечно, удочки, лодки, шашлычок, всякие закусочки. На улице жарище. Сейчас показывают плюс 23. Ветра нету, самое то. Поехать порыбачить. Так что видео вообще будет бомбическое. Смотрите, ставьте лайки. Конечно, подписывайтесь. Не забывайте поставить колокольчик. Нам ехать 300 километров. Поедем мы не на этой машине, на другой. В эту все не влезет, что нам нужно с собой взять. Будет, скорее всего, две части, потому что материала будет очень много. Ну вот, друзья, загрузил побольше машину. То есть багажник полностью занят. Два спальника, уголь, лодка. От лодки дно. Вот удочки. Где-то там палатка на всякий случай. Ну и вода, это я не знаю, что такое. Тут картошка, соки, ну еще куча еды. Ну и все, просто летим в следующий день. Ну вот новый день. Знакомьтесь, Серега, он за рулем едет туда, я обратно. Сейчас едем забирать еще двух пассажиров. Вам покажу. И сейчас задача максимально быстро вырваться из города, потому что очень большие пробки. Ехать нам далеко и долго. Еще нужно там все подготовиться, разложиться. Так что максимально быстро вырываемся из города. Смотрим дальше. Ну все, ребята, вот взяли пассажиров. И все, просто едем, влетаем. Вот Маша там. Знакомьтесь, его зовут Сая. Того я не знаю, как зовут вообще. И все, в городе пробки. Все, друзья, выехали мы из города. Сейчас такую пенку дал. Сейчас, диджей, убавь звук. Пенку дал, ну-ка нахуй. В общем, до 15 числа июня рыбалка с лодки запрещена, как оказывается. Росгвардия запускает квадрокоптеры, смотрят, да, где люди плавают с лодкой, рыбачат. И все, и штраф от 2 до 5 тысяч. Ну не знаю, посмотрим, если там мужики будут рыбачить, то выплывать, то мы тоже. Диджей, подожди, видишь, с подписчиками разговариваю, да? Где ты там? Ну и все, и там посмотрим уже на месте, если мужики будут выплывать на лодках, то мы тоже поплывем, порыбачим, посмотрим, что там. Давай, плыви. Так что едем дальше. Вот такие поля вокруг, едем. Едем 60 или 120. О, поля пашут. Легко подгрузить нахуй в эту машину. Я тебе говорю. Челябинск 185. Друзья, в общем попали мы в просак. В пробке простояли около часа. Вот они все лезут в один ряд. Нам еще ехать 1 час 49 минут. Пробка осталась у нас на 8 минут. Жесть, короче, как так-то, блин? Ну ничего, летим. Вроде двигаемся. Ну,
Что, в общем, выбрались мы из этой пробки. Летим. Ребята уже спят сзади. Утомились. Серега тоже подустал. Тоже спит. Рулевой устал. На автопилоте хуярим. Че, сегодня карася поймаем? Ну вот, друзья, мы подъезжаем уже. Там на берегу вы видели какие-то беседочки. И, в общем, у нас опять какая-то проблемка. Ищем стан, где нам остановиться. Примерно по плану у нас была мысль снять там фургончик один. Но не знаем, сколько будет он стоить. У нас есть всего 1000 рублей. Сколько сейчас хозяин там зарядит, не знаем. В общем, если у нас не подрастется, то есть на всякий случай палатка, и будем уже искать, где нам переночевать. А уже на улице темнеет. В общем, едем, не знаем, что там будет дальше. Друзья, вот прибыли на место. Такое кладбище. Вы представляете, что-нибудь такое, как в фильме «Звонок» выскочит. Вот оно продолжается. Здравствуйте. Ну все, ребята, прибыли мы вот на такое место. Вот наш стан. Сейчас все покажу. Как там у нас внутри. То есть вот здесь мы шашлычок пожарим. Навес есть от дождя, уже лучше. Че там, парни? Вон там озеро, там и рыбаки есть. То есть есть холодильник, пропан, большой стол, раковина, это уже хорошо. Чай можно скипятить, то есть тут вообще красота. Большой стол, печка. Ну тут и так довольно тепло. Нары. То есть раз, два, три, четыре, пять человек может спать. Ну и все. Вот такие гуси тут. Шикардос. Так-то бы его закоптить. Пацаны, жрать нахуй. Вообще хочется. Пиздуй ты, гуси, блядь. Этот все жрать просит. Сейчас сделаем шашлычок. Че, разгружаемся? Гусь там орёт. Да-да, Серега, пивасик можно втащить. Саня, ты что тут делаешь? Да я повыше поднял. Ну как вам озеро? Не зря ехали, да, столько? Хватит пиздеть нахуй. Надо ездить. Ну и все, сегодня мы отдыхаем. Сейчас готовим мясо. Завтра утром выдвигаемся на рыбалку. В 6 утра подъем. Да-да. Вот идет хозяин. Сейчас узнаем. Комаров куча. Срочно есть, срочно есть. Да, рожик есть. Это хозяин. Че? А, ну а то я включаю, там это света нету. Это сожгем сейчас. Это что? Потом он снимает, он видит. Это ого-го-го. Пусть, да, ага. Есть хотите? Да-да-да. Да. Только что гусь полетел на нас атаковать.
Боевой гусь, офигеть. Мы аж все на крыльцо запрыгнули. Да, Серега? Ну нифига, шею вниз и погнал. Офигеть, ребята. Ну и все, сейчас пока готовим, разбираемся. Вот делаем шашлычок. Делаем шашлычок, принеси воды, шашлычок, слышишь? Она внутри. Он с грязными руками, Миха, принеси воды, он с грязными. Сейчас. Улыбаемся и машем. Мы снимаем топ-контент. Топ-контент, нахуй. Нахуй. Ты только не матерись, дети смотрят. Какие дети? А, тебя там банят, да? Дети смотрят. Потом пикать весь этот мат. Все, мясо готовится. Вот, товарищи, представляете, я не знаю, я проснулся, мы где-то вообще в поле. Мы в поле. И рядом кладбище. Дом вот у нас, вот Хая, он там у нас мясо жарит, ой, режет. Хрен знает, где мы находимся. Вот только машина стоит. Вообще все отлично. Это и называется гуд. Хай не матерись, нам дети не смотрят. Извините, сколько можно говорить? Извините, пожалуйста, матерись. Я... Давай, ты режь аккуратнее, я тебе говорю. Чего ты думаешь, удочку вообще закинешь? Да, сейчас так не клюет, но закатье не клюет. Не сегодня, но завтра закинем удочку. Я думаю, Миша, да, ну-ка привет вот передай. Здравствуйте, дорогие подписчики. Я рад приветствовать вас на своем канале. И хотел бы вам порекомендовать одного топового блогера. Ссылочку я оставлю в описании. Заходите. Можно там помолчать, корова? Ссылочку оставлю в описании. Заходите, оцените, подписывайтесь. Отдыхайте. Парень снимает топовый контент. Вот. Будет у нас потом с ним совместно. Ешьте мясо. Жуйте лапшу, ешьте мясо. Да. Да. Садите картошку. Выращивайте бройлеров. Бройлеров. Кроликов. Кроликов. У нас еще кролики, да, есть? Да, у нас завтра будет кролик. Я покажу, как мы его замаринуем сегодня. А да, завтра порежем что-то там как-то. Поколдуем. Ты не волшебник? Я не волшебник. Я просто учусь. Кролика. Никогда. Никогда в жизни не ел человека. Никогда не ел. Ты в натуре не ел кролика? Завтра попробуешь. Я вам буду завтра. А котов ел. Кошка. Ебало вот такое. Мы завтра утром просыпаемся, берем лодку, накачиваем и смешанием поплыли, короче. Для вас покажем охуенного. Пиздатого карася. Все, мы в 5 утра встаем, подключаем насос к машине, качаем лодку, черви накопаны, заряжаем удочки, ну все, и летим рыбачить. Так что смотрите, будет вообще четко, просто бешеный клев должен быть. Ну и все, друзья, обосновались, поели, шашлычок пожарили и... врываемся в новый день, качаем лодку. Кто еще опять бросал якоря? Блядь, немедленно. Бросал якоря. На сухую воду. Тебе, Миха, придется звук обрезать, короче, на видео. На фоне вон пацаны орут, стоят жестко просто. За якоря хули. За звуком получше. Ставь его. Якоря. На воду. Хуя лодка-то в натуре какая-то модная.